В Чувашии продолжается модернизация первичного звена здравоохранения. В селе Шигырдан Батыревского района скоро появится новая врачебная амбулатория. Она будет обслуживать около 2000 человек. В отличие от фельдшерско-акушерского, где оказывается только доврачебная помощь и выполняются некоторые назначения врача, врачебная амбулатория больше похожа на микрополиклинику. В зависимости от количества прикрепленного населения, она укомплектована штатом врачей. В Шигырданской амбулатории, в частности, будет принимать врач общей практики постоянно, педиатр и гинеколог по графику. Кроме того, откроется процедурный кабинет, где можно будет сдать анализ крови, кабинет вакцинации, ЭКГ, дневной стационар. На эти цели выделено более 20 миллионов рублей. Строительство согласно графику производства работ, составлены календарные планы. С этих планов не будем отходить. Сейчас вот первый этап фундамента заканчиваем. Дальше продолжается каменная кладка, стены, кровля. Ввести медицинское учреждение в эксплуатацию планируется в декабре этого года. В этом же году в Батыревском районе построят 5 ФАПов и еще одну врачебную амбулаторию в Сугутском сельском поселении. До конца 2025 года программа модернизации первичного звена предусматривает строительство в муниципалитете еще 6 врачебных амбулаторий. Инесса Потапова, Александр Ретяков, Республика.